Рошна Башлунов. Пока не очень заметно сегодня это звено у Сибири. Звено, которое с лучшей стороны себя проявило в последних 5 матчах. Ох, как классно! Боже мой! Ой-ой-ой-ой-ой. В шоке Колесник. В шоке от всего. От того, как Сибирь не забила, от того, как партнеры предоставили ему такую возможность, им такую возможность, и от того, как он вылез сухим из воды из этого эпизода. Смотрите, смотрите! Ну, вы знаете, фортуна вернула Локомотиву за Апалькова. Но Апалькова три момента было потрясающе.